Рождаемость в Якутске растет. В минувшем году в столице родились около 6 тысяч малышей, причем мальчиков и девочек рождается примерно поровну. В канун и в первые дни Нового года с 31 декабря по 4 января в акушерском отделении якутской больницы появился на свет 41 малыш. Ну, начиная с 31 декабря 2016 года, с нуля утра до сегодняшнего дня было 41 родов, из них 18 девочек и 23 мальчика. В этом году первая родилась девочка. В прошлом году, в 2016 году, было у нас 6025 родов, а в 2015 году где-то примерно 6225 родов. Поэтому намного, ну, количество немножко уменьшилось. Но зато у нас за год было 72 двойняшек и двое-трое.